Всем привет! Давайте сегодня вместе приготовим булочки для завтрака. Вот такие, как пекут в пекарне. Рецептом приготовления поделился со мной немецкий пекарь. Каждый день ни свет ни заря проголодавшиеся люди бегут в пекарню за булочками к завтраку. А вот мы сегодня никуда не побежим, возьмем и испечем сами эти свежайшие булочки с хрустящей корочкой, как из пекарни. Рецепт очень прост. В глубокую чашу добавляю 500 мл теплой воды, 2 чайные ложки соли. И вот как только кристаллики соли растворились, добавляем сюда 35 грамм прессованных дрожжей. В однородную жидкую смесь добавляю 800 грамм муки. Мука высшего сорта под номером 550. Удобнее всего для меня изначально тесто вымешивать силиконовой лопаткой. Замес теста длится приблизительно 5 минут. Тесто по консистенции получается мягкое, не липнущее. Рабочую поверхность во время вымешивания теста не нужно подсыпать мукой. Вымешанное тесто подкатываю в шар. Укладываю в чистую чашу, накрываю полотенчиком. Тесту нужно будет дать хорошенько расстояться. И для того, чтобы булочки приобрели хрустящую румяную корочку, нам нужно будет приготовить содовую водичку. В 500 мл кипятка добавляю 1/2 чайной ложки питьевой соды. Все хорошо перемешиваю. Водичку нужно будет остудить, и потом я ее вылью вот в такой вот разбрызгиватель. Подъем теста занял меньше часа. Посмотрите, как оно увеличилось в объеме. Поверхность стола присыпаю небольшим количеством муки. Выкладываю поднявшееся тесто. Тесто растягиваю в жгут и делю на порционные куски весом 115 грамм. Каждый кусочек теста буду вымерять на весах. Каждый вымеренный кусочек подкатываю в шарик. Булочку можно испечь кругленькой, но мне больше нравится продолговатая форма, овальная. Беру шарик и начинаю его раскатывать. Получается вот такая овальная форма. Булочки выкладываю на противень, застеленный пекарской бумагой, на расстоянии друг от друга. Из приготовленного количества теста у меня получилось 11 булочек. Теперь сверху на каждой булочке делаю надрез. Сформированные булочки отправляю на расстойку. Поднявшиеся булочки буду сбрызгивать содовым раствором. Выпекать булочки буду в разогретой духовке до 230 градусов. Время выпечки 20-25 минут. За 3 минуты до окончания выпечки буду сбрызгивать булки снова содовой водой. Булочки испеклись, и вот сейчас нужно набраться терпения, выдержать булочки до комнатной температуры, а потом покажу их в разрезе. Булочки остыли, я уже 2 успела попробовать. Сейчас разрежу и покажу. Вот, посмотрите, как булочка выглядит. Она очень мягкая, нежная.
с мелким пористым мякишем. Сверху золотистая хрустящая корочка, как из булочной. При легком нажатии булочки легко отпружиниваются. Рекомендую и вам испечь эту замечательную выпечку. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.